Только самый лучший парк носит название «Такси Хайп». И помните, у нас много подследователей поддельных и фейковых парков, которые тоже пытаются работать с нашим названием. «Такси Хайп», «Хайп Такси» и так далее. Помните, только те данные, только те номера телефонов и те ссылки, которые мы оставляем под нашим видео, остаются и являются реальными. Какой самый лучший парк? Конечно же, «Такси Хайп». У нас очень крутая служба поддержки. Мы выводим деньги каждый день. И вообще, мы очень-очень удачны. Поэтому тебе нужно в команду супер удачливых профессиональных людей. Мы ждем тебя. WhatsApp бегущей строкой и в описании. Удачи! Привет! Привет! Садись. Ветер такой. Ветер, да. Я тебя долго жду уже. Ничего, я сейчас поправлю быстро. Да, давай. Машину сразу ты нашла. А, ну она по выделяется. Цвету. И цвет, да, мне тоже очень нравится. Нравится? Новая машина, совершенно. Как цвет называется? Mineral Blue. Mineral Blue. Минеральный голубой, да, наверное? Да. Ну я не голубой, если что. Ну, то есть, здесь такая история. Нет, я могу сразу обозначиться. То есть мы бы с тобой не встретились тогда точно. Ну, то есть я бы не стал терять время на девушек, стал бы встречаться с мальчиками, но зачем я об этом говорю? Скажи, я не знаю, это начало уже отмазываться. Давай, ну перестань. Зачем? Знаешь что, давай, прежде чем мы поедем, мы с тобой определимся, куда мы поедем в итоге, да? Ну, я бы поела что-нибудь. Нет, ну это понятно, давай мы с тобой просто прикинем, что мы с тобой любим есть. Я, смотри, сразу могу тебе сказать, я вообще люблю поесть. Вот. И со мной, в принципе, проблем нет. Я готов под тебя подстроиться, если ты мне скажешь, что бы ты хотела. Стейк? Как скажешь. Просто, ну, здесь выбор за тобой, что называется. Но... Стейк так стейк. Да, да. То есть нам нужно поехать куда-то поесть стейк, да? То слушай, да. А я на самом деле у тебя здесь знаю, куда нам поехать. Я знаю, куда нам поехать. Сейчас я поставлю... Ты, кстати, очень хорошо выглядишь. Да, ты тоже. Да? Татуировок у тебя не было видно на фотографиях. Да, я их тщательно скрываю, чтобы меня невозможно было по ним идентифицировать. Да нет, это шутка, конечно. Почему? Да нет, это шутка. Это все? Или где-то еще есть? Нет. Она уходит сюда, на грудь, на плечо, здесь и на спине еще вот такая татуировка. А на спине кто? А на спине надпись... На спине надпись. Я люблю девушек, которые любят стейки. О, поехали тогда. На латыни. Угу. Поедем? Поехали, поехали. Никого там не задавлю. Ты адрес набрал уже? Да. Ну, я еду. Нам вот туда, направо. Сейчас выезжать все равно, здесь других вариантов ну, нет. Ну, там вот, кстати, по пути Европолис есть торговый центр. Вот и там что? Прямо. Ну, можно... А я могу по кругу объехать? Да. Угу. Пробуй. Что там можно? Ну, мы можем заехать. В принципе, у нас вечер-то свободный. Ну, вообще, да, что? И время у нас есть, да? Ну, чуть-чуть. Есть. Я могу забежать в магазин? Можешь ли ты забежать в магазин? Да. Ну, можешь, я думаю. Надолго тебе? Ну, нет. На самом деле, там просто чисто девочки на приколы. Ну, давай. Платье было. Так. Показ. Увидела. Захотелось. Его привезли спустя время. Очень долго ждала. Это что за платье такое? Ну, в Армане. Прикольно. 1030, наверное, стоит, да? Ну, плюс-минус. Плюс-минус? 60. Ё-моё, ну хороший вкус у тебя, что я могу сказать? Ну, давай, надо заедем, что если хотела, тем более, давай заедем. Поехали, конечно, тем более тут ехать-то вон. А ты стейки какие, ну, ты знаешь, какие ты стейки любишь? Ну, просто там, я не знаю, рибай там какой-нибудь, Денвер, Тибон, вырезку. Рибай, да. Все это любишь, да? Да, да, да. Молодец, я тоже. А прожарка какая? Слушай, я ем, я люблю с кровью. Вот. Я люблю девушек, у которых хороший аппетит. Я не люблю, когда начинают закатывать глаза, ломаться там чего-то это. Ну, то есть я вот, мне кажется, что такого рода мероприятия, как, ну, свидания, да, походы куда-то, они... В них, скажем так, лучше себя ограничивать в обычной жизни, а вот в такие моменты... Прямо оторваться. Не прямо оторваться, не, держи себя в руках. Все, ладно, то есть не надо так, мне стейк, ящик водки, короче, и вот ту бутылку абсента, да, в один таз, да, и давайте. Нет, такого не нужно делать, нужно как-то... Нет,
Можно, попадет. Если здесь для здоровья хватит просто. Нет, я же не против. Если у тебя хватит здоровья, то пожалуйста. Не, ну мы последим еще за этим. Да, ну тогда ладно. Подержим себя в руках немножко. Я включу кондиционер, ты не против? А то... Да. Жарко. Что надуть? Надуть воздух. Кажется, мне тут все. Да ты хорошо выглядишь, все у тебя хорошо. У тебя все прекрасно. Мне самой надо знать, что все хорошо. Ты очень... Проверяю. Да. Очень эффектно выглядишь, вот слово забыл, эффектно. Ты просто, у тебя на анкете, ты как раз там у тебя же, да у меня, знаешь, что все закрыто, а у тебя как раз все открыто. И все. Ну, нет, я имею в виду, там в купальниках есть там, да, фотографии. Ну, вот, да. Ну, вот, и я все оценил, я к тому, что да. Это сезонная фотография. Сезонная фотография? Мне просто нравится, это сезон. Сезон. Не, ну, подожди, у тебя же в сезон все точно так же, как и не в сезон? Даже лучше. Даже лучше? Это прекрасно. Да. Это прекрасно. У тебя даже фотографии мог бы сделать как-то, не знаю, в полный рост себя, еще как-то, высокий. Тут все как надо. Угу. Почему? Как на паспорт. Ничего. А, наверное, секрет. Наверное, затем, чтобы был эффект вау. Ожидание реальности? Ну, типа, да. Ну, то есть, типа, там, ну, ладно, там, среднячок, две звездочки, как бы, приходишь, а тут 2.5. Угу. Ну, да. Да. Но... 2 с хвостиком. Хвостик. 2 на ниточке. На веревочке. На веревочке, да. Так, и что получается? Мы можем, в принципе, там же сразу, в торговом центре, там и поесть. После магазина. Слушай, ну я хотел другой ресторан, который там чисто по стейкам. Я знаю, здесь самый есть баклажан, да, гинзовский. Да. Ну, поехали, ну, подальше отъедем просто, ну, скажем так, по... Более по-романтичному, да, не в торговом центре будем, в ресторане, а в другом ресторане. Фудкорт. А фудкорт. Макдональдс. Это, кстати, я тебе могу сказать, не так уж и плохо. Ну, то есть, это тоже зависит все от возможностей, конечно, я понимаю. Ну, мы смотрим, неплохо. Ну, как? Ну, вот я, например, там... Нет-нет, да и да. Нет-нет, да и да. Есть такое. Есть такое, да. Ну, что, обещают завтра жару какую-то, 27 градусов с грозами. Ну, уже пора, наверное, лето. Уже хочется вот это все уже скорее. А, и платье, да, одеть? И платье одеть. Ну, хорошо. Я что, ты думаешь, мне так прям срочно стало? Надо. Пока привезли, надо брать. Но ты думаешь, что платье за 60 тысяч раскупают? Ну, их же немного, они поэтому и стоят 60 тысяч. То есть это ограниченная серия. Это как сумками Louis Vuitton. Так. Это называется вопрос спроса и предложения. Знаешь, это женская теория. Это когда, если бы сумочек Louis Vuitton было бы больше, то они стоили бы дешевле, нафиг никому не нужны были. Я знаю только, что у Louis Vuitton очень интересная политика в этом плане. У них не бывает сейла. Распродажи никогда. То есть ни на какие изделия. Они все, что не продают, они сжигают. И за счет этого как раз они. Ну, у меня сейчас был инфаркт. И за счет этого они как раз и держат, ну, планку вот эту высокую. Ой. То есть они реально сжигают все свое. То есть нет такого, что ты пришел, там сумочка, там, которая стоила 300 тысяч, стоит теперь в два раза дешевле. Такого нет. Так, ладно, значит, чего, я тогда стою, тебя жду, да? Подожди, тебя же эвакуируют, заберут, здесь нельзя стоять. Нет, я в машине буду. Вот знак. Нет, ты сходи, а я в машине тебя подожду. Вон лишь машина отъезжает. Ты сходи по заплате, посмотри, как ты хотела, а я здесь постою. Просто подожду тебя на аварийке. И все, мы же поедем все равно в другой ресторан. Со мной не пойдешь, что ли? Ну, слушай, да я не особо люблю по магазинам ходить. Ну, захочешь, фотку скинешь в платье, там ты же все равно его, ну, если купишь, оденешь, там покажешь. Ну, ты бы мог сходить помочь мне. С чем? Ну, с выбором. Так если оно одно, как я могу тебе? Что там помогать с выбором? Типа покупать, цвет. Не покупать? Цвет. Что цвет? Ну, ты меня не ориентируйся, потому что, ну... Ну, я хочу, например, чтобы ты сейчас посмотрел, как оно на мне, сказал сам своим мужским взглядом, как это все выглядит, и стоит ли его брать. Ну, я сразу бы его одела, вместе бы поехали в ресторан. Ну, давай сделаем так, ты мне фотку скинешь. Чисто просто. Мужской взгляд. Я согласен, давай мы так сделаем. Ты померишь у зеркала, фотку мне скинешь. Ну, так непонятно будет.
Да нет, по-моему, нормально, понятно будет. Ну, я... Ну, видео снимешь, просто видео. Но зачем нам ждать столько времени, если ты можешь дойти со мной туда, и мы не будем тратить время, ты сразу посмотришь, и это будет в два раза быстрее. Привет, мои дорогие зрители! Сегодня я представлю вам что-то очень-очень нужное и что-то очень-очень полезное. Такое бывает крайне редко. И вы удивитесь, но я на этом полезном сижу. Объясняю. У нас с вами, у водителей такси, вообще у всех, кто ведет малоподвижный образ жизни, есть одна реальная проблема. Это малоподвижный образ жизни. А именно, застой кровообращения и неподвижность нашего таза. Попы, условно говоря. Вот, для того, чтобы как-то... скажем так, предостеречь себя от лютых болячек типа простатита, там, импотенции, геморроя, бесплодия, вялости и так далее, нам нужно делать какие-то упражнения. Что есть полезного в арсенале? Это, во-первых, массаж простаты. Не смейтесь. И второе, это верховая езда. Но мы должны с вами понимать, что массировать себе простату, когда захочется, и держать под боком лошадь, наверное, все-таки немногие смогут. Я, например, не могу. И для этого я приобрел себе вот такую вот суперподушку фирмы Кабая. Она, если в сухом остатке, когда вы едете на автомобиле, сидите на этой подушке, происходит имитация верховой езды. Внутри подушки специальным образом повторен силуэт позвоночника лошади. Сделан из твердого материала и покрыт латексом мягеньким. Итак, как я уже сказал, эта подушка имитирует при езде на автомобиле езду верхом на лошади. Вот. И это очень полезная штука. Она действует как массажер, условно говоря. Улучшает кровоснабжение простаты. Восстановление мужской силы происходит. В общем, все то, чего нам очень-очень сильно нужно, эта подушка нам дает. Мне, по крайней мере, с ней стало гораздо проще. Рекомендую всем. Фирма Кабая, ссылка в описании. Приобретайте и будьте здоровы, счастливы и богаты. Удачи! Да я тебе говорю, я не очень люблю ходить по магазинам и тем более с женщинами, понимаешь? Потому а с кем ты любишь ходить по магазинам? Знаешь, как я хожу по магазинам? Да. Я пришел, увидел и купил. Вот либо я заранее, так же. Либо я заранее знаю. Ты хочешь так же? Я хочу так же. Ну, хорошо. Чтобы ты пришел, увидел. А, чтобы я пришел, увидел. Чтобы ты пришел, увидел. И купил. Ну, чего бы нет. Платье. За 60 тысяч рублей? Ну? На первом свидании? Ты типа... Ну так а когда-то это же должно... В смысле на первом? Какая разница, какой по счету? Давай 10-го подождем, хорошо. А, то есть мы подождем 10-го свидания, приедем, и я куплю тебе платье за 60 тысяч. Да дело не в 10-м, а не во втором. Просто, ну... Просто я, может, что-то не понимаю, ты мне объясни, может, я что-то не врубаюсь. Подожди, а зачем объяснять? У тебя дорогая машина, ну, и есть что? Татуировка, это тоже дорого. Да, и что? Да, два телефона вот лежит, я вижу, передо так, мной. И так, что? Ну, очень интересная теория, и что дальше? Ну, значит, тебе не будет так сложно это сделать. Купить тебе платье за 60 тысяч? Да. Чтобы ты хорошо выглядела? Да. Рядом со мной? Да. А ты где... же мужчина, вы любите вкладывать, вы должны видеть, что на что вы тратите. Скажи, пожалуйста, все отлично, но я немножко охренел, правда, извини меня. Давайте я даже могу так сказать. Можно с матом? Я охуел, если честно, сейчас. Немножко, даже не немножко. Ты скажи, пожалуйста, а где, я не люблю это слово, но где гарантия, что ты будешь рядом со мной в этом платье за 60 тысяч рублей? Ну, то есть, где у меня гарантия, что ты сможешь меня как-то обеспечить, если мы с тобой будем встречаться? Вот где она? То есть мне нужно показать, что я в состоянии тебя... Да, я же девочка, девочки глазами любят, я увижу, пойму все. Глазами любишь? Конечно. А знаешь, чем любит мужчина? Конкретно, каким органом? Да, знаю. Знаешь? Да. Видела хоть раз? Ну, конечно. Не, ну как конечно, я не знаю, просто видела точно. Ну, видела точно. Ага. Тогда давай сделаем так, если ты, соответственно, хочешь таким образом сделать, давай сделаем так тогда. У меня к тебе встречное предложение есть. Готова выслушать? Давай тогда мы сейчас меняем адрес не на ресторан, а на отель. На какой отель?
Ну, любой, ну, более-менее приличный какой-то там, да, там, я не знаю, там, готов я там за отель заплатить. Я не знаю, что тебе отель, я пока... 3000 рублей. Спать ложиться не собираюсь пока. Не, так мы спать и не будем, смотри. Мы, значит, едем в отель, да, мы сейчас пока ставим на паузу историю с платьем, мы едем в отель с тобой, в отель. И, соответственно... Но мы не едем в отель. Не, подожди, я же тебе говорю предложение. Ну, ты с платьем мне предложила вот пойти тебе купить платье. Мы едем в отель, вот, проверяем нашу совместимость. Да, проверяем нашу совместимость, как пестик и тычинка, знаешь, как в школе. Вот, если мы, соответственно, подходим друг к другу, да, то мы едем сюда и покупаем тебе платье. Есть. Но я должен понять просто, ну, останешься ты со мной в этом платье или нет, понимаешь? Я думаю, что это нормальный выход. Ты хочешь платье, я хочу в отель. Давай, соответственно, за платьем ехать через отель. Как ты на это смотришь? Ну вот, мы стоим уже у магазина, во-первых. Во-вторых, какой отель? Он не закроется, он работает до 11. Ну, есть разница, да, на первом свидании платье подарить или в отель сразу ехать? Есть разница? Ну, слушай, ну... Для тебя есть разница. Ну, я же от себя говорю. Я понимаю тебе. Ну. И у меня дело не в разнице. У меня в разнице. У меня в последовательности. Понимаешь? Ты хочешь платье, да, а я хочу в отель. Да, у меня такая последовательность. Сейчас времени, смотри. Начало 9. Ну. Магазин скоро закроется. В 11. Поверь мне, я не буду долго в отеле тебя мучить. Мы просто... А смысл? Я не поеду ни в какой отель. Вот видишь? Я не поеду. Мне ход твоих мыслей уже нравится. Как не поедешь? Я не поеду в отель. Ну, а я не пойду за платье. Мы что делать будем? Будем сидеть в машине, что ли? Я не знаю. Ну, надо решить как-то. Ну как? Давай решать. Как будто для тебя будет так сложно. Вот смотри, послушай. Давай мы сделаем так. У меня машина тонированная сзади. Давай я заеду на парковку. И мы в отель не поедем. Волшебство случится в машине. Как вариант. Вот там общага впереди, может, между там вот покататься, там студентки есть, они согласятся. Слушай, ну мне кажется, что за 60 тысяч рублей вся общага согласится. Ну вот. Да у меня здоровья на всех не хватит, понимаешь? Я 60 женщин не потяну просто. По 1000 рублей за каждую, понимаешь? По 1000 рублей. Ну а как? У магазина стоим рядом. И что? И так понятно, что у тебя есть деньги, что для тебя вообще это не проблема. Слушай, ну деньги, я тебе объясняю, деньги-то есть. Ну, ты сейчас потратишь, и потом ты в 2 раза больше заработаешь, и уже забудешь про эти 60 тысяч. Ах, вот так, да? Ну, естественно. Так, а... Чем больше тратишь, тем больше получаешь. Я понимаю, но у меня же должна быть какой-то стимул. Ты просто дай мне этот стимул, и все, чего ты. Ну все, я переоденусь, буду в красивом платье, на которое ты потратился. Так. Для мужчины это и будет стимулом. Я понял. Что ты вложился, все здорово. Не, ну хорошо, давай мы сделаем тогда таким образом. Хорошо. А, я тебе сейчас дам... Сколько платье стоит? 60. 60 тысяч рублей. Да. Я тебе дам сейчас полцены платья, 30, и мы едем в отель. Мне не надо 30, мне надо платье. Я понимаю, но у тебя будет в руках уже аванс. Мне не нужны деньги, мне нужно, чтобы ты купил мне подарок. Это разные вещи. А что, цветы нынче уже, блин, я без цветов приехал, да? Вот, наверное, моя ошибка на самом деле. Ну смотри, платье я одену, оно у меня будет всегда. Так. Я буду на него смотреть и думать о том, что ты мне его подарил. Так. Цветы, что я с ними делать буду? Нюхать. Цветы это понятно, но вот что я буду с ними делать? Они завтра-сегодня завянут, все, до свидания. Сколько там ты на цветы потратишь? Ну, тысяч 5-6? Ну, да, наверное. Ну. Плюс что еще? Ну, то есть ресторан еще, да, можно приписать? Ресторан. Ну, мы и так пойдем же в ресторан. Это понятно. А, это понятно. Это само собой, естественно. Это само собой. Ну, то есть, вот смотри, прикинь, да? Цветы, ресторан, платье. Да. То есть, уже к сотке ближе. Ну. Первое свидание. И ты не хочешь ехать в отель со мной. А где отель был в этом списке сейчас? А платье тоже не было в этом списке сейчас. Платье-то откуда нарисовалось? Я вообще... Платье нарисовалось с самого начала. Кто только сел, тебе сказал, что нам надо заехать. Я так думала, что ты так поймешь правильно это. А, я и еще неправильно понял это. Мне не нужно будет тебе это все объяснять. Это очевидно, по-моему. Слушай, давай, знаешь, вот честно тебе могу сказать. Вот я уже сказал это слово, но я еще раз его скажу. Я в ахуе вообще от ситуации, которая происходит.
Я хотел провести романтический вечер с девушкой, понимаешь? Так и я хотела. С девушкой провести романтический вечер? С тобой. Со мной? А как он может провести романтический вечер, если мы приехали, и ты меня начинаешь разводить на платье? Потому что ты начинаешь нудеть, блин. Почему? А я еще и нудный? А я еще и нудный? Давай поедем. А я еще и нудный? Нет, я, блин. Знаешь, что, знаешь, как мы сделаем сейчас? У меня есть вообще охеренный, вот просто охрененный план сейчас. Ты заедешь на парковку, мы пойдем в магазин? Нет, давай ты пойдешь нахуй отсюда просто. Вот прямо сейчас. Знаешь, давай. Ты уверена? Конечно. Да? Давай, пока. Удачи тебе. В платье. Не, подожди, стоп. А что случилось? Ты передумала? Нет, все-таки я не в отель? Нет, я не передумала. А что? Давай хотя бы здесь по уму сделаешь нормально. Это как? Вот ты меня сейчас довез до сюда. И что? Довези меня обратно до дома, тем более мы отъехали не так далеко. Ты хочешь, чтобы я тебя до дома довез? Естественно. Почему это естественно? Ну, во-первых, потому что я не пойду пешком. Как ты пойдешь? Пешком ты не хочешь идти? Нет, я не хочу идти пешком. Да? Тогда смотри, как мы сделаем. А, просто здесь, видишь, машину нужно оставить. Не. А ты хочешь, чтобы я такси тебе вызвал? Ну, хотя бы. Не. Это уже как бы, ну, крайние меры какие-то. Это понятно. Знаешь, что меня еще больше удивляет? Что я послал тебя нахуй, и тебе это даже никак не задело. Я так понимаю, ну, как бы это, ну, там, скажем, тебя не первый раз посылают, вот я уверен, вот с этой историей. Поэтому... Нет, просто я надеюсь, что ты исправишь хоть как-то ситуацию. Я понял, видишь, там домик с козырьком такой стоит прозрачный. Это называется остановка общественного транспорта городского. Ты выходишь сейчас ножками, тык-тык-тык-тык, 50 метров, да? Мечтаешь о платье, прям глаза горят. Садишься в вонючую маршрутку и едешь до дома. Договорились? Все. Просто, давай, блин, пока. Козлище какое-то. Ага, Армани, привет. Всего доброго. Давай, пока. Коза, блин. Ой, ну что я могу сказать, значит... Договаривайтесь на берегу, выясняйте сразу запросы женщин, вот, и будьте счастливы с теми, кого вы выберете. Возможно, я, кстати, знаю людей, которые покупают и платья, и айфоны на первых свиданиях, просто очень хотят произвести впечатление, но мне производить впечатление в моем-то возрасте уже ни к чему. Это точно. Вот. А вы можете написать, купили бы ей платье за 60 косарей в Армани, а потом бы разорвали на ней бы, если бы она позволила это сделать. Хотя я думаю, что это просто разводняк, и она бы не стала ничего делать. Короче, консуматорши, кто не знает, загуглите, что значит. Они, конечно, не переведутся. Пишите. Всех обнял.